Американский табачный рынок на пороге большого передела. Второй по объемам продаж сигаретный концерн Reynolds, владелец марки Camel, покупает игрока номер 3 Lolly Laird за 27,5 миллиардов долларов, включая долги. Это 18 миллиардов евро. Сделка предусматривает обмен акциями, но крупнейшим акционером Reynolds остается British American Tobacco. В итоге объединенная компания будет контролировать более трети рынка табачной продукции США и сможет бросить вызов лидеру корпорации Altria. Продажи владельца бренда Marlboro в прошлом году упали на 4%. Правда, во избежание претензий антимонопольных органов, часть сигаретных брендов, включая Cool, Salem и Winston, будут проданы британской Imperial Tobacco за 7 миллиардов долларов. Слияние – ответ отрасли на трудности, с которыми сталкиваются табачные концерны в последние годы по всему миру. Запреты на курение в общественных местах, ограничения в рекламе, табака, пропаганда здорового образа жизни. Все это сказывается на индустрии, которая, впрочем, по-прежнему зарабатывает около полутриллиона долларов в год.